Всем привет! Вот там сзади меня село, там я живу. Это село Луначарское, Бердянский район, Украина. Снимаю видео для конкурса. Очень хочется поучаствовать в конкурсе. И также хочу выиграть в конкурсе. Поэтому снимаем сейчас видео. Тема у нас хорошо, да? Поэтому мы идем в одно место. Очень интересное древнее место. Посмотрим, что там. Для меня это хорошо. Прогуляться по полям, почувствовать себя свободным и поразмыслить о том, что было в этих местах 1000-2000 лет назад. Это очень интересно. Вот у нас такая местность. Вся трава выжжена. Так что дождь не помешало бы. Дождь — это тоже хорошо. Для нас это отлично. Также я хочу показать то, что я делаю, пока мы идем. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь электроникой, техникой, программированием. У меня много увлечений. И малую часть я вставлю, сделаю нарезочку. Можете посмотреть сейчас, пока мы будем идти. Это малая часть того, что я делаю, того, что я умею делать. Ну что, пошли. Тема конкурса, конечно, очень интересная, разнообразная. То есть каждый, кто может снимать видео, сможет поучаствовать в этом конкурсе. Потому что для каждого человека слово «хорошо» обозначает что-то свое. Здесь поле. По полю мы не сможем идти, поэтому пойдем по дороге, наверное. Я не знаю, по трассе пойдем, что ли. Дойдем до поворота и дальше уже пойдем по грунтовой дороге, которая идет по над посадкой. Вон там та посадка. По над ней пойдем туда. Там свернем направо и будем подниматься на бугорок. И я вам хочу показать. Здесь у нас курганы. Скифские курганы, могилы. Здесь их очень много. Вон там. Вон. Вам, наверное, плохо будет видно. Среди поля трава. Вот то один из курганов. Вот он. Он прямо посредине поля. Трактора его не пашут. Естественно, они уже все разграблены давным-давно. Но трактора их не пашут, обходят, и они как бы там все время заросшие травой. При желании эти точки на полях вы можете увидеть на карте. На спутниковой карте также есть, они помечены на старых картах, старинных картах, поэтому их не проблема найти и при желании сходить туда и посмотреть, что же там на месте уже. КамАЗы возят зерно, уборочная уже заканчивается, они все возят, возят и возят. Смотрите, кто здесь у нас. Ой, какой. Ой, какой. Какой страшный, мама родная. Так, идем дальше. Будем мы идти вот туда. Вон туда. Вон туда. Так. И еще дальше. Да, забыл поздравить Михаила, Светлану, всех, кто принимает участие в развитии канала Михаила, с такой суммой, 100 тысяч, нехило, да? Это все люди, живые, это не цифры. Меня, кстати, зовут Александр.
я снимаю видео тоже для YouTube. Также у меня есть сайты, небольшие маленькие сайты, которые мне приносят какую-то мизерную прибыль. И я с женой существую на эту прибыль уже 2,5 года. Мне такая жизнь очень нравится. Вот это для меня хорошо. То, что я могу делать свое любимое дело, не превращая его в рутину. При этом у меня много свободного времени. Я могу, когда я захочу, взять и пойти вот так за несколько километров в поле куда-нибудь погулять. Прогуляться. Так что вот это хорошо. Да, по моим увлечениям, если кому интересно, вот мой канал. Можете посмотреть, что я делаю, чем занимаюсь. Михаил рассказывал анекдот про золотого человека Рабиновича. Я не Рабинович, но руки золотые есть. Это не я говорю, это мне люди говорят, пишут в комментариях, говорят всю жизнь. Хвастаться, конечно, нехорошо, но иногда хочется похвастаться. Вы видите поле, недавно убранное, а с этой стороны посадка. Посадки у нас превращают в свалки. Свалки выкидывают, все, что хотите, выкидывают. Эта посадка находится на уровне фермы. И вот это вот с фермы выкидывают сюда всю гадость. Извините меня, что я приплетаю не по теме. Даже наоборот, антипод слову «хорошо» – это плохо. То, что плохо. Вот это плохо, это ужасно. Да, вон. Вот этот курганчик, видно отсюда, он уже ближе. Трава. Вон там. Этот побольше, чем тот, куда мы идем. Но тот, куда мы идем, он рядом прямо с дорогой. И он находится на возвышенности. Чтобы вы знали, курганы в основном находятся на возвышенностях. Чтобы было издалека видно. Либо чтобы было с него далеко видно. Это мы можем только предполагать. Да, вон мужичок с лошадкой. Он корове сено заготавливает весь сезон. А тут вот люди, которые без совести рубают дрова, пиляют зеленые деревья. Вот такие вот деревья пиляют. Вот такой народ у нас. Что засрать? Уничтожить деревья? Нормально. Привет! Ты все косишь? На память сделаю. Я видео снимаю. А, да, видео. У тебя DVD есть? Или есть что-нибудь? Ну, я тебе могу на диск скинуть. А это если бы я стоял там? Ну, так иди вставай. Постоял с мужичком, поговорил полчаса, наверное. Попросил он меня, чтобы я его заснял.
Потом ему фотографии, я говорю, давай тебе уже видео сниму. Спрашиваю, DVD у тебя есть? И есть. Ну, запишу ему на диск, пускай смотрит дома. Память. Мы поворачиваем. Он здесь косит постоянно, все лето. Уже трава сухая, а он все косит и косит. Вот здесь подсолнух. Я так думаю, его там охраняют. Как раз туда, куда мы идем. Уже практически скоро косить будут. Что ж, идем дальше. Там, я смотрю, дым. Палят что-то, что ли. Сейчас пойдем посмотрим, что там палят. Бывает, сжигают стерню. Вот это вот. Солому не хотят убирать. Ну и девать ее некуда. Ее просто сжигают на полях. Ее много. Куда ее девать? Колхозов нет, коровников нет. Солому девать некуда. Поэтому ее практикуют, сейчас сжигают. Прямо на поле. Сейчас пойдем посмотрим. Какой-то дымок, может, тут трактор какой-то там работает. Здесь дыма особо никакого не видно. Вон там аж. А здесь село дымит что-то. Откуда здесь был дым? Может, это его сюда принесло. А вон там стадо коров повели. Хотя, может, и барашки. Там что-то такое серенькое. Видно. Вот. Можете наблюдать издалека то, что было когда-то курганом. Это трава. Вот. Вот сюда я шел. Мы находимся в таком месте, откуда видно все. И вот эта трава, это старый скифский курган. Естественно, заброшенный, но трактористы его не пашут. Он так в траве, они его объезжают. Он среди поля. Сколько ему лет, естественно, я не знаю. Конечно, они все разграбленные. У нас тут их много. И находится он на одном из самых высоких мест в нашем районе. Отсюда видно все в округе.
Ну что, друзья, все, что хотел, я показал. Вы уж меня простите за плохой звук, ветер. Простите за то, что я показал не совсем то, что надо. Ну и все-таки я показал то, что для меня хорошо, то, что я умею, так что тему я раскрыл. Конечно, не полностью. Можно было говорить и говорить, ходить и ходить, показывать и показывать. Ну что, все. Там под видео вот такая штука, лайк называется, нажимайте. Михаилу 1 000 000 подписчиков, желательно в этом году. Все, всем пока.